Приветствую тебя на полезном канале. В этом видеоуроке ты узнаешь сильную молитву ангелу-хранителю. Читать эту молитву нужно каждое утро по одному разу. Уже после 3 дней такой практики ты начнешь замечать, как твоя жизнь меняется в лучшую сторону. Очень часто нам приходится бороться с проблемами, которые сложно решить самостоятельно. Если жизнь поставила на твоем пути много трудностей и тебе кажется, что беды атаковали, попробуй обратиться к своему небесному покровителю. Он обязательно тебя услышит, если ты сделаешь это правильно. Эта молитва очень сильный оберег, который защитит тебя от многих бед и напастей и поддержит в любую трудную минуту. Главное, чтобы она была искренней. Ангел мой, хранитель, спаситель мой, избавитель, спаси меня, сохрани меня. Укрой плащаницей своей от врагов моих 99-жды, от взгляда Ирода и дел Иуды, от хулы всякой напраслины и от острия в темноте, от яда в сосуде, от грома и молнии, от гнева и наказания, от звериного истязания, от льда и огня, от черного дня. А придет мой час, последний ангел мой, хранитель мой, встань изголовья и облегчи мой уход. Аминь. Ставь лайк под этим видео, подписывайся на полезный канал, нажимай на колокольчик и поделись полезной информацией со своими друзьями.